Это Дарк Хан. И это Сив Хейтс Реборн. Так, сейчас, ну... Я заработал 20 штук за сегодня. Это мало, конечно. И неплохой рейтинг. Короче, единственный, кто играет до сих пор за Украинку. С другой стороны, это хотя бы меня мотивирует попадать в топ 100 лучших хотя бы. Иначе я бы туда нахрен не попал бы. Если бы не призы. Так, ладно. Уникально для... Короче, красную краску я уже выиграл. И кепку тоже. А вот всю снайперку вроде тоже выиграл. Так что призы, ну... Так сказать, мне не очень, но новичкам пойдут. Так. За все время лучшие игроки я сейчас... Ту-ту-ту, грузайся, сука. Который рулит миром. Так, а ну. Так. Пу-пу-пу-пу. Так, ну, пока воно грузится, я, наверное, сейчас... Я був на 13-м місці, но завчора я получив десь 80 тисяч очков, поэтому на 11-го дійшов місця. Так, а ну-ка. Да, конечно, дождайся, поки вона загрузиться. Короче, точно казах. Ти поки що или на 4-му місці, или на 5-му, я не помню, но точно. Точно, ти на 4-му місці. Ну да, на 4-м. Так, ну а я на 11-м. Не знаю, чи да, а нет. В любом случае, я монетки, наверное, я все-таки хочу получить. А в рейтинге я хрен его знаю. Так, ладно. Что тут у нас? Вроде все, ладно. Сыграю за донат, типа донат. В общем, так, ладно, ну, что я там выбрал? А ну-ка, максимальное усиление. Вообще не стреляю я, хай уже стреляю так. Так, а ну-ка. Получай, скотина. Самое лучшее оружие, оно самое так мало изношивается. Так, а ну-ка. Использую способность Кира. Кирилити. Всем вам хана. Потому что у меня дрон плюс Кира с катаной. Так, оно... Ну, в принципе, так скучнее играть, но зато я получить опыт намного быстрее можно. Так, а ну-ка. Я не теряю никакого опыта. Опыт не теряю. И получаю максимальную... Ну, из-за дрона, сколько-то там очков опыта. Так. По-моему, Сивхейт вообще рекламирует что угодно. Дальше она должна, наверное, была снять лифчик, потому что у меня такое ощущение. Так, а ну-ка. Так. Наверное, на 1000 буду зарабатывать. Сегодня, ладно, я в лом. Уже я не в лом сегодня играть, честно говоря. Домашние дела и все такое. Так. Так. Блин, не хочется терять очки опыта, ну ладно. Точнее, выстрелю, промажу, ну нахер. Лучше заработаю 1100, чем потеряю что-то. Тем более за
Те, що я потратив золоті монетами. Так, що я хотів сказати, короче. Я купив цю друна за 2 золотих, за 3. Рішив не ставити. Так, оно. О! Рідко, но можу вже видіти машину. Тільки копів я не вбиваю цією способністю. Но дрон вбиває всіх. А що, це не я вбив, то дрон. Так, если интересно предположить, если я типа играю за Кира, кто управляет дроном? Коротышка или Мирня? Или он само такой интеллектуальный? А если сбой в интеллекте, то все, как за Кира. Да и там Винни или коротышка, кем мы играем? О, ну в принципе неплохо. Мне это неплохо опыт. Я вообще удивлен, что вообще хуже в топ-100 лучших игроков за все время. Но реклама тут уже в SteelHeads реально стала странная. Такая как педофилией попахивает. Так. Ладно. А, точно, что же я хотел показать. Предыдущие месяцы в игре. А сентябрь вообще не считается. Там я, наверное, вообще до 90-го могу вместо скатиться. Из-за лени. Так, ну марш так и не исправил. Март. Так, в январе я начал. Получив 13-е место. Город 30-е. Ну, так, в январе я играл сам. В феврале я играл сам 42 месяца. В марте вроде играл сам. В апреле уже кто-то присоединился, 32 место у меня и 52 место в городе. Потом в мае я наконец-то начал играть. Ну не каждый день, конечно, играл, но начал. 8 месяца, июнь. Ну что, немножко похоже на 9. Июля. Забросив игру немного, потом резко начал играть и до 202 места получив. В августе. Ну, вчера себе вытянув из 20 тысяч очков до 103 тысяч очков и получив 58 места. Места и 28 места за лучший город. Ну, в принципе, 9 место это самый лучший результат для города. И то спасибо, что играл не только я. Но игру тоже другие забросили. Короче, я последний представитель Украинки. И я вывел и наш. И я могу гордо за ответ. Фу, блин. Гордо сказать. Мы всегда входим в топ 100 лучших городов. Понятно, суки. Ладно, я хреново пою, ладно. Все. Дальше уже без видео. Так. Ладно.